BAE Systems представляет на выставке Юросатори 2024 свою 40-мм зенитную систему следующего поколения Trident MK2. Демонстрируя ее уникальные возможности защиты от постоянно меняющихся воздушных угроз. Основанная на проверенной в боях 40-мм пушке «Боуфос» и более чем 90-летнем опыте, эта передовая самоходная система обеспечивает безопасность и защиту как для вооруженных сил, так и для гражданской инфраструктуры. На современных полях сражений каждый месяц сбиваются десятки тысяч беспилотников, и эта новая угроза выявила опасный пробел в текущих возможностях противовоздушной обороны для союзников по НАТО. Trident MK2 – идеальное решение для боевых операций, где солдатам нужна проверенная, высокоточная и надежная зенитная система, чтобы держать небо чистым и защищать войска и инфраструктуру. Адаптивность системы, которая может развиваться по мере изменения угроз, делает ее одной из самых эффективных зенитных систем на рынке сегодня, сказала Лена Гилстром, президент BAE Systems Bofors. Trident MK2 предлагает решение, которое поможет заполнить этот пробел. Это мобильная зенитная система с высокой точностью, объединенная с критически важными возможностями боеприпасов, включая программируемый боеприпас BOFOS-3P, который составляет основу системы, разработанной для поражения широкого спектра воздушных и наземных угроз. Система имеет эффективную дальность до 12,5 км, в зависимости от цели, выбранных боеприпасов, сенсорного набора и окружающей местности. Это гибкий вариант для любых военных, предлагающий возможность смешивать большое разнообразие боеприпасов в одном залпе. Модульность системы позволяет устанавливать ее на различных платформах и полностью управлять ею из кабины. Это позволяет как быстро развертывать ее в бою, так и перегруппировывать войска, чтобы избежать ответных мер противника. Ее также можно выгружать в стратегических местах и дистанционно управлять ею с безопасного расстояния. Каждая система имеет собственные датчики обнаружения днем и ночью и систему управления огнем, что делает ее экономически эффективным решением для защиты больших территорий. В этой системе используется оптоэлектронный блок управления огнем и программируемые боеприпасы BOFOS-3P, способные поражать цели на расстоянии до 12 500 метров с максимальным углом возвышения 80 градусов и скорострельностью 300 выстрелов в минуту. Испытания подтвердили, что система может работать на платформе военного грузовика 6x6 без необходимости использования внешних стабилизаторов. Эти испытания проводились в испытательном центре «Боуфос» в Карлскуге и включали столкновения с БПЛа разных размеров.